Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет, ну, очень горячий выпуск, потому что речь пойдет про премиальную вторичку, про премиального немца. У нас Mercedes S-класса 2007 года выпуска автомобиль, под капотом здесь 4,7 объем, 340 лошадиных сил. И вот эта машина очень интересного владельца, парню 24 года. Ранее он приезжал к нам на канал на RAV4 2 литра. Машинка для повседневной жизни. И он говорит, у меня есть в загашничке автомобиль, который был куплен специально для того, чтобы получать эмоции. С таким пробегом, такого года, неухоженный автомобиль будет доставлять вам одни хлопоты. Вы будете постоянно на что-то тратить огромное количество денег. Но вот сегодня мы пообщаемся с владельцем, с молодым парнем, который расскажет, нахрена он это покупал, сколько денег он в него вложил и вообще, для чего все это нужно. Давайте я его приглашу в кадр, напомню вам его, и после чего мы перейдем к основной теме выпуска. Знакомьтесь или вспоминайте Антоха. Да, Антох, привет. В последнем ролике, когда мы с тобой общались про RAV4, люди сочли, что я был по отношению к тебе груб, что я якобы давил на тебя. Я при вас, друзья, как мужчина, хочу извиниться, если вдруг я тебя обидел. Понятное дело, что никаких претензий у тебя нету. Но я просто подвожу к чему. Вот сегодня я хочу выступить в роли такого, знаешь, хейтера из комментариев, типа, все не так, зачем все это нужно. А ты, собственно, будешь отвечать за свой выбор, там, объяснять, почему ты это выбрал и так далее. Обосновывать. Вот давай, да, начнем с того, что машина у тебя 2007 года. Да. История покупки такая, что он стоил 750, конкретно этот экземпляр, ты забрал за 710. 10, да. S-класс. S-класс. Нахера, Антон? Нахера? Вот зачем тебе это нужно? Я, пойдемте, покажу, почему я купил эту машину. Вот из-за этого. Из-за задней части? Задней части. Или из-за, когда... или из-за номера? Не-не-не, номера в подарок отдали. То есть смысл в чем? Я когда работал курьером, я ездил постоянно в центр Москвы, в банк, на Цветной бульвар. Я постоянно видел эти S-классы, мне очень нравится вот эта история, вот эти вот две черные линии. Вот мне рестайлингов не нравится, у рестайлинга мне морда нравится, а сзади нет. Вот эти вот линии мне прям очень нравятся, именно черный цвет. И я вот только вот из-за задней части эту машину купил. Кратенькая справочка для тех, кто не проживает в Москве, давно не был или вообще ни разу не был. Друзья, все, что находится в пределах Садового кольца, это реально совсем другая вселенная. Вот здесь Мерседесов S-класса и E-класса, ну, мне такое ощущение, что 90% всего того, что продается в России, находится именно здесь. Вот я вам кадры показываю. Я вообще не Мерседесы снимал, я улицы снимал. Но на каждом углу они, если выйти целенаправленно в будни поснимать улицы на предмет того, сколько здесь этих Мерсов, огромное количество. И удивительно, что большая часть из них, это, как говорят, работают в такси. Вот этот VIP-перевоз, и он очень востребован. Например, прокатиться на S-классе из точки А в точку Б, там 20-30 минут поездка, она может стоить там 5000 рублей. И народ это активно покупает. Была такая мечта у тебя? Ну, скажем так, да. Но ты же понимал прекрасно, ты вроде так малый, ты адекватный, все соображаешь, по технической части понимаешь. Ну, сложно. Ты же понимал, что это будут вложения. Вложения. Я был готов на тот момент к вложениям, просто они получились чуть выше, чем я на то рассчитывал, да. А так, то, что машина сложная, то есть банально, вот у меня тогда, когда я ее покупал, мне хозяин сразу сказал, тут есть ABS ESP блок, ну, это он один блок под капотом находится, говорит, там ошибка, сразу делай, потому что мозг она тебе вынесет. И что было? Я поехал машину показывать брату в Одинцово. Я хорошо люк оставил открытым, не как сейчас, а он полностью был выдвинут. Ага. Машина заведенная, я ему показываю, рассказываю, хочу открыть, а она заблокировалась. Машина заблокировалась, у нее скорость 260. И лампочка моргает, это ESP. И машина вообще ничего не реагирует. У меня второй ключ, я со вторым ключом я даже замок открыть не могу. Не понял, подожди, в смысле скорость 260? Ну, у него, когда ошибка, он кладет спидометр, ну, электронный. А, типа стоит на месте? Да, сам 260. Я уже думал, вы едете со скоростью 260, машина, так. Вот, и я через люк в нее залазю, с кнопки пытаюсь ее, она с кнопки была заведена. Нифига, снимаю кнопку, вставляю ключ, ключом ее глушу, включаю, ошибки нет, все нормально, еду дальше. Я уже после этого понял, что вот я как планирую, вот 5000 пробега наказать, все жидкости замены, и ABS ESP, мне сказали, это 15 тысяч, в принципе, не такие великие деньги. Сегодня купить вторичку с пробегом – это большая лотерея. Можно приехать, где вам скажут, машина в идеале. Вот есть небольшие притертости. Как понять, в идеале она или нет? Друзья, вот такой приборчик прячется в кармане. Толщиномер от компании CarSys. И он нам сейчас покажет реальную картину по лакокрасочному покрытию по этому Мерседесу. Смотрим. Скорость измерения моментально. 335, 372, 315,
268. 242. 328. Смотрим крышу. Моя роднулечка, 104. Чтобы вы понимали, лакокрасочное покрытие здесь должно быть примерно там 90-120 микрон. Плюс-минус среднее значение. У нас же автомобиль красился в круг. Можно это выяснить через толщиномер. Если бы сейчас у нас был бы разный металл где-то местами, он бы давал бы другие звуки. Все черные и цветные металлы он может запросто измерить в секунду и показать вам реальную полноту картины. Не забывайте, что толщиномер работает с металлами. Пластик проверять им не нужно. Если будете проверять, при вас могут засмеяться. Более того, есть у автомобиля различные изогнутые детали, а у этого толщиномера есть специальный режим, с помощью которого вы это все можете детально проверить. Таким образом, вот эта вещь, ну, максимально нафарширована, и по сравнению с конкурентами она дешевле, но по функционалу богаче. Друзья, говорить можно бесконечно, по ссылочке в описании все подробности технические о ней, реально полезная вещь. Поймите, за вот эти небольшие деньги вы получаете возможность здесь и сейчас не верить на слова, а подойти и все это дело проверить. Именно поэтому на прибор CarSys я оставляю ссылочку в описании. Пользуйтесь на здоровье. На самом деле вещь увлекательная. И вот проверить автомобиль очень даже интересно. Особенно, когда речь идет о покупке вторички. Это дело важное. Ну и про первичную покупку автомобиля тоже не забывайте. В салонах бывает, покрасили багажник, а вам об этом не сказали. А вот с помощью прибора вы все узнаете. CarSys ждет тебя по ссылочке в описании. Я понимаю, что машина это головного мозга, потому что ты мне уже прислал там кучу видеороликов, отзывов. Да. Но давай начнем от обратного. Ага. Когда ты решил ее все-таки покупать, как быстро ты нашел автомобиль? Зашел ты на вторичку и начал искать? В июне месяце, соответственно, уже железно решился на покупку, что у меня по-любому будет машина. Вопрос, какая и когда. Зашел, соответственно, на автору. Ну, я только на автору искал. Вот, соответственно, изначально хотел дизель трехлитровый, но там очень дорогая топливная аппаратура, это еще больше попадалово, чем здесь. Вот, поэтому и все дизели, ну, в нормальном состоянии он больше миллиона стоит, а у меня на тот момент, ну, это еще перезанимать надо было, и я такой, это не стоит того, тем более у меня RAV4, хоть все и говорят, что там расход не может быть такой, вот я катаюсь, вот 5,5 литров в Питере 5,5. Я ездил, тебе отправлял, на круизе просто 90 едешь, все нормально. Вот, и решил бензин смотреть. Бензинов я смотрел 3 или 4 штуки, вот в Мытищах, которые я тебе скидывал, в Москве на Крылатском, в Трейдыне был. И вот этот вот я нашел, он был в Зеленограде. Я пишу, типа, вот могу приехать посмотреть. Говорю, да, конечно, приезжаю. Брат, короче, показывает, садится в машину, закуривает. Я говорю, а что, в машине курили? Он такой, не, мне брат разрешает, типа, и все. Я говорю, окей. Я говорю, а почему продаете? Ну, обычный вопрос, да? Он такой, да, он себе ГЛС дизельный купил. Он говорит, это не нужна. Ну, типа, вот она возле бизнес-центра стоит, возле парковки. Я говорю, хорошо, все, смотрю. То есть единственный момент, что вот я внешне вот начал ее осматривать, это меня смутило, что, ну, сейчас другая фара стоит, она была запотевшая. Uh-huh. Здесь трещина, причем внутри, uh-huh. не снаружи, внутри. И сзади вот пыльники uh-huh. отстегнуты. Это там 20 рублей эти пистоны uh-huh. стоят. Все, это вот единственное, что я смог увидеть. А ты осмотрел машину сам? Я все сам. Я хотел, вот я писал, не буду говорить кому, от 20, от 30 тысяч осмотр. Ну, осмотр в целом вообще подбор. Типа комплекс, с гарантией, типа с гарантией, ну, да. Если с машины что не так, они обязуются либо отремонтировать ее, либо вернуть деньги. Ну, я такой думаю, я что, ну, я как бы в машинах более-менее что-то соображаю. Ну, хотя бы там по отчетам ты пробивал ее, смотрел? Нет, само собой, я перед тем, как ехать, я ее по отчетам. То есть 4 года юрлицо и 8 лет вот последний собственник. Ну, короче, машина не кривая, ничего, ни залогов, ничего не ни кредитов. Эти машины еще примечательны тем, что их по страховым гоняют. Ну, то есть понятно, с нее, да. допустим, вот 10 миллионов вытянуть, ну, 10, ладно, вру, 5 можно спокойно. Я знаю одну такую машину, то есть они как делают? Типа ее бьют, а потом идут свои страховщики, и все запчасти, к примеру, вот я вот, как там можно обратить внимание, вот затертость, деталь в сборе под замену. То есть, например, дверь тут, я не знаю, сколько будет стоить. Потому что на Авито, кстати, запчасти не такие дорогие, как все думают у нас. Ну, крыло тут вот 15, дверь порядка там 30 стоит тысяч. Я говорю, машина где обслуживается? Он говорит, Zelmers. И там вот, если надо, покажу, вот такая кипа документов. Чувак 8 лет владел, ездил Москва-Питер. А я ему спрашиваю, а нахрена лонг, они же коротыши бывают. Он говорит, а у меня дети сзади ездят, типа, комфортно, ногам. Я говорю, хорошо. Едем в Zelmers, мы ее поднимаем, компьютерная диагностика и внешний осмотр. Ее поднимают, мне сервисник какой подходит, говорит, ты типа зачем такую машину берешь? Типа, не нужна тебе такая машина, брат. Я такой, и мне он такой, я говорю, вы меня испугать хотите или что? Я говорю, вы мне просто вот пальцем ткните, вот куда вот следить надо.
Мы как бы нашли общий язык, говорит, хорошо, я тебя понял, как бы, вот смотри, он мне показывает, тут пневмо, эта трубка идет, вот так. Если начнет сопливить, 5 тысяч замена, потом сальники вот у них кардану, и это еще полный привод фоматик, тут идет, ну, как это называется, не знаю, железка такая, через двигатель, вот и там тоже есть этот самый подшипник, вот его разбивает, это тоже надо следить. Итак, по мелочи, я говорю, коробка, вот самое основное здесь, коробка двигателя, он еще добавил, что подвеска тут очень дорогая, тут куча рычагов, все они алюминиевые, в оригинале это как бы... Да. Как это, чугунный мост будет стоить. Вот. И он сказал, в принципе, подвеску тут меняли. Тут единственный стук – это эти косточки. Косточки и резиночки. Все. Это там вопрос 3000. И все. Пневмо качает. Двигатель тут, ну, с вопросом. То есть он постукивает. То есть это уже есть задиры. Другой вопрос. Она может хоть завтра умереть, а может через 10 лет. Тут эндоскопом надо лезть смотреть. Коробку тут делали. Железо на гарантии. То есть если у меня чего случается, я еду... в сервис, показываю документы, мне бесплатно все делают. Вот. Поэтому я убедился, что и видно, что за машиной следили. Но это я сейчас не уследил, а так в целом, ну, ее красили в круг. Вот кто будет старую машину в круг красить? Вот. Потом он денег в нее не жалел. То есть у него не работал, допустим, крышка, это, электронный багажник. Да. Это стоит там порядка 10-15 тысяч. Датчик, сам замок и еще что-то. Он взял, поменял. То есть все сделал как бы. Единственный тут нюанс, тут не работает массаж на водительском. Ага. Массаж на водительском и косточки. Все, в принципе. Короче, по твоему мнению, скажем так, цена-качество из того, скажем так, из тех сортов говна, вот что я смотрел, это вот самый адекватный вариант. Потому что те, которые я смотрел, вот на дилер когда загоняют машину, мне вот такую распечатку дают. Сальник, этот самый антифриз, стуки, возможно, задиры, растяжение цепи. Ну, то есть там короче, огромный ты покупаешь список, как бы задорого, торго. Тысяч там 5-10, там бак бензина, грубо говоря, и при этом ты едешь, ты сразу вот сходу вкладываешь. Здесь меня сразу предупредили, будут вложения, говорят, но ты, если все грамотно сделаешь, в 50 типа спокойно уложишься. Поболтать Антоха любит, если ничего не подрезать, этот обзор вышел бы часа на полтора. После того, как он ее купил, 50 тысяч, все будет в идеале, началась реальность. Машина частенечко оказывалась на эвакуаторе, частенько она передвигается по различным сервисам, и вот они пошли расчеты. Изначально 72 тысячи рублей, потом еще по мелочевочке начинается. Таким образом, на сегодняшний день он вложил в нее примерно уже 200 тысяч рублей. И всякие вот эти приколы вторички и серии, ну, покупать фару. Где это сделать? Естественно, также на вторичке. Короче, заморочился сам бампер. В итоге моя фара, купленная фара у армянина. В очередной раз наебали меня, в общем. Работает только Night Vision, которого, в принципе, у меня нет. Три лампочки поставил. Эти самые ксенон не работает. Она вон регулируется, но не светит. Ни одна лампа не работает. Блок розжига своего посла не работает. Родной блок розжига тоже не работает. С оператором что-то мы не додумались и не наснимали перебивок по салону, чтобы вам показать его состояние. Ну, понятное дело, что подушатанный салон, да и машина. Одна часть нормальная, а вторая часть убитая. Почему? Андоха сейчас расскажет. Ну, всем, когда показывают тачку, естественно, хочется быстро, там, впечатление. У нее есть ESP, можно отключить, то есть ее таскать будет. Слышишь, что я сделал? Я отключаю ESP в поворот, что-то порядка 160 км в час. И машину просто тащить начинает. Это ощущение, как будто взять масло и по столу вот так вот водить. Вот ощущения один в один были. Я тормоз, ну не в пол нажимаю, потому что я понимаю, что меня развернуть может. Я так чуть-чуть, я понимаю, что машина просто на руль не реагирует. Тут я просто рулем играю, а ничего не происходит. Но я понимаю, что надо готовиться к удару. И сначала я влетаю жопой и потом мордой. У меня вот колесо было вывернуто. Можно обратить внимание, что диск другой. Лопнул диск, резина на выброс, два баллона ушло. Короче, машина на повороте бросила в отбойник. Здесь вмятина, и диск, я не знаю, скорее всего, он вообще треснул. Ну, короче, цена вопроса. Не страшно вообще было. То есть ремень сработал, все. То есть не страшно подушки было. И самое, подушки, да? Не сработали. Хочу отметить, что когда автомобиль мечты, ну, как правило, тачка приезжает, ну, просто вылизанная. Вот, смотрите. Антох, ну да. Ты одет прям вот стиляга, чисто ты стильный парень, такое милирование на голове, очки. Это не милирование, я красил, у меня волосы выросли. Ну, короче, ты у нас модный парень, но машину у себя вшатанная, но самая изюминка этого самая автомобиля. Самая изюминка здесь. А меня, я к тебе ехал, меня останавливают, выйдите из машины. Я говорю, да, употребляйтесь там, пьете, говорю, нет, руки там, язык.
багажником, у меня про наркотики, смотри, я ему сразу багажник открываю, типа, хотите, досматривайте, осматривайте, ищите. Он такой, он смотрит, такой, у тебя что, авторазборка, фара там, аккумулятор лежит у тебя. Так еще у тебя и там лежит где-то, если покопаться лопнутый в этом, диск, лопнутый диск, да, диск, да, массажная кофе, подушка, еда, две подушки, кошелек, еще одна фара, тапочка. Это что, блин? А я иногда в тапочках за рулем, ну, что здесь, ну, на дальняк, когда едешь, ноги устают. То есть это, по сути, все то, чем ты пользуешься, у меня, по сути, тут квартира, тут жить можно. Это вот, знаете, есть шоу, это от So Many Horse, досмотр, вот, как, куда надо приезжать, да. К некоторым приеду, там ничего нет. Еще смотри, какая штука прикольная. Бабки, да? Бабки? Бабки в кармане, пусть, да, лежат это, там, да? И вот эта потрясающая штука, вот, инвертор. Вот, просто 220, максимум 500 ватт и 2 USB. То есть мобилы, все зарядки есть Type-C, айфоновская и микро-USB. То есть я вообще это, не боюсь, что у меня что-то сядет. То есть если надо, у меня вот есть специальный пакетик, комплект проводов, какие хочешь там, все есть. Просто угорай, знаешь, такой, откуда-то из хлама такой специальный пакетик. Как будто я тебе продаю все, да? Да не то, что кого-то продаешь, а как будто бы все лежит на своих местах. Ну, здесь ты просто меня попросил, я все сюда вот скинул, ноутбук вот там где-то лежит. То есть ноутбук? Как будто, да. Ну, ты мне объясни, почему так? Почему, например, почему пакет с мусором не выкинул, то не выкинул, а бумажки не выкинул? Я как делаю? У меня в той двери мусорный пакет. У меня когда вот накапливается, я вот на самом деле вот очень удивляюсь, и в России почему-то на это забивают, сколько же вот один человек производит мусор. Вот просто вот посмотрите, что это вот один человек производит. Это вот, ладно, фиг с ним, картон там и все такое, а есть, ну, мусор, который не разлагается, да? И просто я насчет этого заморачиваюсь, то есть я, допустим, даже бычки не выкидываю, ну, на улицу стараюсь. Пробег 235 тысяч километров, как ты говоришь, проверенный, родной, подтвержденный, да. Вот знаете, когда приходишь в гараж, вот, допустим, заходишь, кому-нибудь там вот маслом слегка пахнет, вот здесь примерно... Маслом? Ощущение такое же, как будто бы я сейчас присел в гараж. Вот так вот. А, у тебя вот там? Ох ты, бля. Не за решеткой. Хитрая. О, пацаны. Не за решеткой. V8 значок отломали. Идите сюда. А я думаю, что так воняет прямо в машине маслом? Оказывается, вчера он масло доливал, крышку не закрыл. Она туда вниз упала. Упала вниз, тут задымило все. Да. Пошло в салон. Так я почему сейчас чуть задержался? У меня был случай тоже. Я вот когда она у меня первый раз сломалась, я такой поехал в CarPrice. Думал, сейчас получу денег сразу и уеду. В итоге ее оценим что-то в 150 тысяч, я говорю, до свидания. И там чувак что сделал, он снял крышку. И она 15 минут стояла, молотила, а я смотрю, дым из-под капота. Я думаю, что, антифриз, что ли, или что? И запах. И внизу лужа. Я такой, что? Говорю, ты что творишь? Я говорю, да я проверяю. Я говорю, что ты там проверяешь? А он еще и газует, а тут еще, вот она вот так вот масло идет. Я говорю, это вообще адекватно. А он, знаешь, он тоже очень круто стебался. Я там стебался, и он такой. И я говорю, по состоянию, вот найди до чего докопаться. Он идет. Так, тут царапина, тут затертости кресла, это кресло. А то есть по существу он ничего не нашел. Я думаю, картина нам всем с вами ясна. Как говорится, не нужна тебе такая машина, брат. Ё-моё, я не хотел так хлопать. Было бы классно, если бы еще бампер отвалился бы вниз. Вот Антох говорит, я, говорит, парень своеобразный. У него нож в кармане, вот этот швейцарский, а на нем пробка. Я говорю, а это зачем? Это чтобы вот быстрее можно было нащупать. При этом ты садишься в машину, но тоже, ты вот такой расскажешь, блин, кожа, рожа. Ну, по факту, смотри, вот ты тут не работаешь. Не, она работает, а я ее просто, ну, отломал, смотри. То есть в чем смысл? Вот это все опускается. Так. CD-чейнджер. Вот это вот так вот работает. Я ее просто сам снимал. Все, так, пожалуйста, подстаканники, здесь у меня. Бычки. Здесь у меня пепельница, все. Пожалуйста, все работает. Просто я не знаю, как ее правильно поставить. Значит, я еще раз говорю, у нас дружеская атмосфера. Конечно. То, что мне смешно, это не говорит о том, что я хочу обидеть. Антоха, мне кажется, сам угорает, его да, никак не напрягает. Но давай поговорим о следующем. Ага. Ласточка твоя. 710 тысяч. Птенчик. Да. Давай-ка расскажи нам, сколько денег ты уже в нее дал. Ты ее купил в июне этого года. 710 июнь? Купил. Дальше. В общей стоимости, ну, почти 200. И это я не считаю бензин. Масло я буду считать, потому что, ну, уже, скажем так, вот 4300 с момента ТО последнего. А вот 11 и даже больше на литров залил. Рассказывай кратенько, что делал. Ну, а дальше кратенько Антоха не рассказал, потому что он выдал монолог на 15 минут, суть которого сводится к тому, что с момента покупки, когда он начал заниматься вопросом обслуживания автомобиля, постоянно нарывается на каких-то разводчиков. Приехал к одним, они залезли в коробку, начали ему рассказывать, что она сломана. Он говорит, у меня коробка на гарантии, там за ней следят отдельно. Опять проходит снова неделя. И мне смс на WhatsApp с левого номера, фотка и видео, где у меня сгорела плата.
Я такой, что? Я скидываю знакомому мужику электрику. Я говорю, мне говорят, что у меня плата коробки сгорела. Он говорит, а ты уверен, что это плата коробки? Я говорю, ну, мужики-то, наверное, знают. Он говорит, а если я тебе скажу, что это не плата коробки? Он такой, я такой, а что это? Говорит, это плата управления двигателями. Я такой, да? Он такой, да. Я им это звоню, говорю, а вы хотите сказать, это плата управления коробки? Я говорю, да, все, их она на выброс, там, 30 тысяч. То есть 15 плат и 15 ее зашить стоит. Я такой, вы точно уверены? Они такие, да. Я говорю, а если я вам скажу, что это не плата коробки? Они такие, а что это? Я говорю, плата двигателя. Они такие, ну, плата двигателя. Я туда, через неделю опять же, я говорю, что опять начинается? Типа, договорились на одно, вы на какой-то хрен полезли в двигатель. Они такие, ну вот, мы решили там проверить, вот она у вас сгорела. Я говорю, вы понимаете, если плата бы сгорела, машина тупо бы не запустилась, а никуда не поехала бы. Первое. Второе. Они мне отломали значок V8, я там качал, чтобы мне его нашли. И третье, я говорю, а почему плату коробки не сделали? Такие, вот, мы вызывали там специалисты, там это, 4000 оплачиваю. Я говорю, смотри, твоя инициатива со мной не согласована, я не в курсах, оплачивать ни копейки не буду принципиально. Я говорю, хочешь, милицию вызывай, будем сейчас общаться. Он мат-перемат со мной, я говорю, все, возвращайте значок, я уезжаю. И что получается? Ничего не сделано, сроки затянуты, и с меня хотели бабки стрясти. После этого сервиса еду в четвертый сервис, где я Toyota обслуживал. Там все всегда хорошо делалось, и там началось. То есть машина на том сервисе прописалась на месяц. Там я оставил порядка 70-80 тысяч. И самое неадекватное, что мне не понравилось, это то, что с меня запросили 30 тысяч за простой подъемник, а по 3 тысячи в день, и 5 тысяч за парковку. Вот вам 14-летний Mercedes. Казалось бы, можно в интернете начитаться, машина в идеале, от первого владельца, от второго вся ухоженная, но вот вам человек купил и рассказывает, какой на самом деле это гемор. Вот можно сказать то, что да, Антоха сам виноват, его там обманули, а по факту он пригнал машину на один сервис, через одно место все сделали, на другой, на третий, на четвертый, и повсюду один геморрой. Поэтому прежде чем вообще подобный автомобиль покупать, мне кажется, нужно начать с поиска сервиса. Во-вторых, вот эта история, знаешь, когда тачка у тебя дорогая, но она нафарширована всем подряд, и за всем этим, собственно, нужно следить. Все это имеет эффект старения, все это имеет желание со временем обслуживаться, отдавать за это кучу денег. Казалось бы, 710 тысяч рублей ты получаешь эсочку, завел, поехал, как он думал, сейчас 20-30 тысяч, и машина будет в идеале, а по факту с каждым днем, с каждой тысячу километров пробега, она будет только просить больше и больше. Понятно, что он машину любит, для него она в идеале. Для меня, вот честно, не обидеть его, это просто, это уже, ну, уже убитая машина. Уже потертые все нахрен сиденья, уже они где-то пороны, уже местами что-то сломано по пластику. Да, это, можно сказать, мелочи, это можно все подшаманить, подделать. Но это вот машина, одни сплошные вложения. Спрашивают, поедем кататься? А смысл на ней кататься? То есть сейчас вам вот всю атмосферу этой тачки не передашь. Грубо говоря, я знал, на что я иду, и ни о чем не жалею. Как бы считаю, что выбор правильный. Единственное, я не знаю, почему я взял 4.7. Я-то смотрю, 4.7, налог там что-то 45 тысяч. 5,5, 55. Я думаю, ну, десятку сэкономлю на налоге. А в итоге вот с кем общаюсь, все говорят... Какой мотор? Я говорю, 4.7. О, самый конченый мотор. Говорят, вот 5.5 самый нормальный. И 3.5 он никуда не едет, а жрет как 3.4.7. Смотри, продавать не хочу, как бы у меня есть мысль, что тут можно интересного замутить. Вот, поэтому, в принципе, машиной я доволен. То есть, понимаешь, я могу весь день за рулем сидеть, вообще не устаешь. Как бы это максимальный комфорт, она не едет, она плывет. И если вот надо, она может очень быстро ехать. И самое вот интересное, машину почему-то боятся и уважают. То есть я, к примеру, даже ехал... такую пошарпанную. Да. А вот понимаешь, я вот просто еду в Питер, где 90, круиз на 110 ставлю. Все, я просто максимально прижимаюсь, машину сзади видит и просто уходит. Мне даже фарами не моргает, потому что ну, это дебилизм, я считаю, фарами моргать. Вот. То есть уступают, там, пропускают, влезть куда-нибудь можно. То есть иногда я влезаю и вот не пускают. А вот самое интересное, вот Мерседес пропустит, а вот BMW Мерседес нет, еще и подрежет. Я делал публикацию в инстаграме нашего канала, что есть возможность снять вот такой Мерседес с владельцем. Многим это было интересно. Многие сказали, что да нахрен она нужна, машина старая, с ней все понятно, пылесос для денег. Тем не менее, вот вы видите владельца, Антоха, парень своеобразный, машина в интересном состоянии, но тем не менее он всем доволен, вроде бы продавать ее не хотел и не хочет, а тем не менее заезжал в CarPrice, приценился, говорит, за тачку назвали
150 тысяч рублей. Как вам такое? Друзья, прежде чем что-то купить, мой вам личный совет. Сначала изучите полностью всю историю автомобилей, все их болячки. Это не так много времени, это даже увлекательно и интересно. На YouTube сегодня полно информации, статей полно. После чего я вам настоятельно рекомендую, найдите сразу профильный сервис, где вы свой автомобиль будете оценивать. Далее. Покупать автомобиль самостоятельно, так себе идея, лучше лишний раз переплатить, но чтобы с тобой приехала вторая голова, посмотрела полностью автомобиль на все его болячки, и уже после этого дала тебе полную рекомендацию с чек-листом, что тебя здесь ждет. Ну а дальше уже принимать решение, нужна тебе такая машина или нет. Вот тут напишите ваше мнение в комментарии. Я надеюсь, этот ролик у нас был с позитивом, было с чего охренеть, было за что похвалить, поругать Антоху. Пишите ваше мнение в комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Дальше будет больше интересных роликов на разные темы. До новых встреч, всем пока-пока!